Стены дрожат. Вибрируют стекла. Третий раз за ночь я вырван из сна. Землетрясение? Беспилотник? Буря? Торнадо? Взрывная волна? Вспышки не видно. Грозы или молнии? Что происходит? Там, за стеной, громко храпит сосед-алкоголик. Да так, что колышется воздух ночной. Ни уговорами, ни медитацией звук не уменьшить и сна не вернуть. Если у храпа такие вибрации, он проникает в самую суть. Днем копошусь, как осенняя муха. В мыслях туман, под глазами круги. Храп очень вреден для органов слуха, сердца, потенции и для любви. Храп оглушающий, слушать нет мочи. Храп у других вызывает невроз. С ужасом жду наступления ночи. Как нас испортил жилищный вопрос?